Теперь мы с вами свяжем руку Деду Морозу. Вывязываем. Один, два, три. Замыкаем в кольцо. Вывязываем одну воздушную. Ставим маркер. И в каждую петлю провязываем по два столбика без накида. Вот один у нас есть. Рядом в петлю будет два. Так. В следующую три. Четыре. И в следующую, чтобы петля не вытянулась, вот так захватим. Пять. Шесть. Теперь соединим. Вывяжем одну воздушную, маркер вытащим, переставим, лучше для начала сразу вот вывернуть, иначе потом будет тяжело. Так, вот теперь ставим маркер. И этот ряд вяжем без изменений. То есть должно у нас быть 6 столбиков без накида. Вот один у нас есть. Это будет 2. Три. Четыре. Пять, шесть, и вот сюда под петлю, где маркер, соединим. Вывяжем еще одну воздушную. И вывяжем еще 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. И вот откуда... Где мы соединяли? Соединительную петлю провяжем. Так, это у нас будет палец Деда Мороза. Варежки палец. И теперь 3 ряда вяжем без прибавлений, без убавлений. Так, здесь мы соединили и должны одну воздушку провязать, столбик без накида. 1, 2, 3.
4. Пять, шесть, так, палец мы пропускаем, здесь самый сложный момент. И вот сюда, под петлю, где маркер, только не зацепите другую сторону, соединяем. Так, один раз мы провязали. Вывязываем одну воздушную. Еще нам нужно провязать два ряда. Точно так же, без убавлений, без добавлений. Так, один у нас есть столбик без накида. Так, рядом второй. Третий. Главное, не торопитесь. Четвертый. Пятый. Это нитка еще. Так, вот будет пятый. И шестой. Вот так. И одна воздушная. Маркер вытаскиваем. Так, еще один ряд нам нужно провязать. Так, один есть. Это будет два. Три. Четыре. Пять. И вот здесь шесть. И соединяем. Так, одна воздушная. Маркер переставили. Это я с вами вязала, потому что самые тяжелые ряды. А вот теперь вы самостоятельно провяжите еще 6 рядов. Вот после этого ряда еще 6 рядов. Провяжите самостоятельно. Ну вот, провязала я 6 рядов еще. И вот такая рука с пальцем получается. Теперь маркер убираем. Нитку пока оставляем. И немного надо набить синтепуха туда, что есть какой наполнитель. Вот, постарайтесь, чтобы была форма. И потом свяжите точно такую же руку. Значит, что хочу сказать. После того, как вы наполните руку наполнителем, сшивайте петли либо
вот в таком положении, чтобы плоско было, в зависимости от того, как у вас будет рука расположена. Либо он на руке что-то будет нести, либо в руке. Тогда вам надо петли сшивать вот таким образом. Вот так. Значит, тогда вы вот так делаете. Вот здесь сшиваете плоско. Вот таким образом. И располагаете вверх, вниз. Если хотите так, значит, вам нужно вот так. Ну, в общем, вы мою мысль, надеюсь, поняли. Либо вот так. Чтобы удобнее было пришивать. Когда сошьете руки, нить не обрезайте. Потому что этой нитью будем пришивать к туловищу ручки. Теперь мы должны с вами связать мешок Деду Морозу, в котором он будет нести подарки. Берем пряжу другого цвета. Вот я взяла с Люрексом. Вывязываем одну воздушную и будем считать столбик с одним накидом. Первый. Ставим маркер. И вывязываем еще 5 столбиков. В итоге будет 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стягиваем кольцо. Сильно пока не стягивайте. Мы будем в конце ориентироваться. И под петлю с маркером соединяем. И вывязываем одну воздушную. Маркер переставляем. И теперь в каждую петлю провязываем по 2 столбика без накида. Вот один у нас есть. И сюда же рядом под петлю еще один. Это 2. Под следующую петлю тоже 2 столбика без накида. 3. 4. 5, 6. В эту петлю тоже 2. 7, 8, 9, 10. 11, 12. Под петлю с маркером соединяем, вывязываем одну воздушную, переставляем маркер. И теперь вяжем так. Один столбик есть. Под следующую петлю вяжем 2 столбика. 1, 2. Под следующую петлю 1 столбик. Под следующую 2 столбика. 1,
2. Принцип плоского круга. Значит, в этом ряду будет 18 столбиков. Значит, 6, 12, 18, 18 плюс 6, 24, в следующем 30 будет. И так увеличивается на 6 столбиков. Тут ничего, в принципе-то, и сложного нет. Так, здесь мы 2 связали. Значит, в следующий будет 1. Сюда опять 2. Сюда 1. Под следующую петлю 2. Под следующую 1. Два. Сюда один. Ну, давайте проверим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. И соединяем, вывязываем одну воздушную и переносим маркер. Значит, в зависимости от того, какой у вас Дед Мороз, вы сами ориентируйтесь, какой должен быть мешок. Может быть, вот на 18 петель, может быть, на 24. Это уже вам ориентироваться. Итак, закончила я круговой ряд на 18 столбиков без накида. Дальше соединяем. Как определить? Подтяните немного ниточку и увидите отверстие. Соединяем. Вывязываем одну воздушную. Значит, для моего Деда Мороза вот такое донышко мешка вполне хватит. Я дальше увеличивать не буду. Буду вязать теперь по прямой. Для этого, значит, донышко сильно не стягивайте, иначе оно у вас сожмется. Переставляем маркер. И теперь мы вяжем, чтобы дно хорошо стояло, за заднюю полупетлю. То есть в этом ряду мы не добавляем ничего и не убавляем. Значит, в этом ряду у нас тоже должно быть 18 столбиков без накида. Далее довяжите самостоятельно. Вот, довязала я ряд до конца. Соединила одну воздушную. И теперь мы вяжем за целую петлю. Но эта петля у нас занята уже. Вот за следующую. Вот так у нас выгнется. В
Ну, сейчас это не критично, можно потом выгнуть будет. Вот, и так мы вяжем на высоту, которую вы захотите. Вот, какой вы посчитаете нужную высоту, вяжите этот мешок. Ну вот, связала я такой мешочек. Кстати, мешок может быть любой, какой вы захотите формы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рядов провязала. Теперь нам нужно сделать отверстие для того, чтобы стянуть мешок. Вставить веревку туда. Значит, вот я соединила, провязываю 1, 2. И дальше мы будем делать отверстие для веревки, для завязки. 1, 2 пропускаем, под третью петлю вяжем столбик без накида. 1, 2, 2 петли пропускаем, под третью столбик без накида. Один, два, две пропустили, под третью столбик без накида. Один, два, две, вот, две петли пропускаем под третью. Один, два. Так, темная пряжа. Один, два, под третью. Опять один, два. Сюда вяжем соединение. И переходим под арку соединительной петлей. И вяжем столбик без накида. 1, 2. Маркер пока оставьте на всякий случай. И под арку столбик без накида. 1, 2. Под арку. 1, 2. Под арку. 1, 2. Под арку. 1, 2. Под последнюю арку. 1, 2. И вот у нас первая арка начиналась. Вот сюда. Соединяем. Вот, в принципе, и весь мешок. Значит, вы, в принципе, вяжите как хотите. Может быть, у кого-то фантазия разыграется, более красивый мешок сделать. Это уже на ваше усмотрение. И потом в первый ряд арок можно проложить красивую завязку. Вот у меня завязки для елочных игрушек красивые, значит, под серебро не было, было только под золото.
Вытаскиваем завязочку одну. Так, вот здесь у нас шов, его желательно сзади оставить. И вот в первую арку мы должны протянуть. Так, в одну сторону. Так, а эту туда тянем. Вот такая завязка у нас получилась. Теперь мешок, естественно, не должен быть пустым. Возьмите какую-нибудь конфету, ну, у меня под рукой не было маленьких, и в мешочек положите какую-нибудь конфетку, сладость, там что-нибудь. Там здесь продаются очень мелкие конфеты. Все, и теперь этот мешок завязываем. Ну вот, завязала я мешочек. Если кто не умеет так бантики завязывать, у мужчин спросите, они очень хорошо их завязывают, шнурки, у них красиво получается. Вот, а лишнее можно вот отрезать. И получается мешок. После этого, если вам все понравилось, если вас все удовлетворяет, только после этого будем заканчивать. То есть обрезать нитку. И заправлять. Вот. Вот такой мешок у нас с вами получился для подарков. Вот я сколола Деда Мороза. Как он у меня будет выглядеть. Теперь ему нужно посох сделать. Теперь берете либо шпажку, либо зубочистку. В зависимости от того, какого размера у вас Дед Мороз. Я буду на шпажке делать. Вот, они продаются. Берете обычную фольгу и закручиваете. Поскольку мне нужен вот этот край шпажки острый, значит, я где-то вот так начну закручивать. Думаю, достаточно. Потому что все равно шпажку нужно будет отрезать. Длинный будет посох. Фольга очень хорошо держит форму, поэтому лучше всего ее обмотать. Вот, на самый край отрезаем. Можно даже и вот так. Главное, чтобы острый край был. Здесь мы отрежем. Так, а из этого куска, не знаем, какой размер будет. Сейчас посмотрим. Вот так сминаем. Сильно не сдавливайте.
клей капните. Ну и вот такой посох получился. Значит, после того, как вы собрали всего Деда Мороза, иголочками накололи, где что у вас будет располагаться, сшиваем. И потом я вам покажу, как украсить тулуп, шапку и как сделать бороду. Теперь я вам покажу, как я буду украшать шапочку. Вы украшайте, как у вас фантазия позволит. Вот у меня есть тесьма, зигзаг, или змейка ее называют. Отрезаю кусочек и по краю, где у меня рачий шаг, вот так укладываю. И пришиваю вот такой ниткой. А в конце просто наклей и приклеиваю. И будет вот такая шапочка. На такой нитке очень трудно делать узел. Я в одном видео уже показывала, как делать. Сейчас вам еще раз покажу. Так, находим хвостик, вот он, нитки. И берем обычную нить. Соединяем. И завязываем обычным узлом. Вот, получился узел. Вот узел получился. Теперь мы эту нитку отрезаем, вспомогательную. Узелок остается. Находим заднюю часть шапки. Этот узел вводим с изнанки. Можно даже из-под шапки, с внутренней стороны. Все, и узла нету. И чуть выше рачьего шага пришиваем. Ну, вот так примерно у меня получилось. Вот такая шапка. Вот. Отделка на рукава. И теперь мы должны украсить тулуп. Заодно шов закрыть. Так, накалываем. И загибаем. Здесь придется вот так сложить уголком, чтобы завернуть.
Здесь тоже завернем. Так, и вот здесь смотрите сами, как вам лучше. Или вот так сделать, соединить, видите как? Или соединять одна в другую. Это уже ваш выбор. Вот так можно соединить. То есть будет закрыто у вас тут. Ну, вот такой Дед Мороз на данном этапе у меня. Значит, тесьму я решила расположить так. И вот сюда можно наклеить вместо пуговиц, стразы есть самоклеющиеся, разноцветные, вместо пуговиц. А можно и так оставить. Ну, а теперь я вам покажу, как я буду делать глаза и нос Деду Морозу. Значит, от бусин я отказалась. И не обязательно черные можно сделать. У человека же глаза могут быть серого цвета, могут быть голубые. Вот я решила Деду Морозу сделать голубые глаза. Значит, нить взяла в два сложения. Что делаем? Нам нужно попасть в это место. Вот откуда-нибудь заходим, потом мы эту нитку, хвост уберем. Вот прям в намеченное место заходим. Так, нитку вытаскиваем. И теперь иголкой обвиваем 1, 2, 3. И в это же место вкалываем. То есть мы с вами сделали французский узелок. И вот у нас один глаз готов. Теперь этой нитью проходим прям в это же отверстие. Там у нас наполнитель. Ничего не будет страшного, но вам нужно попасть в это же отверстие. И выйти там, где будет второй глаз. И опять ниткой обвиваем 3 раза. 1, 2, 3. И в это же отверстие вставляем. Вот получился у нас голубоглазый Дед Мороз. Ну вот так я сделала. Пришлось внести некоторые изменения. Значит, глаза я ему поменяла, потому что у него были голубые глаза, и они на светлом фоне терялись. Пришлось ставить черные. Причем бусин не нашлось. Я взяла обычные глаза, пластиковые, и серединку вытащила. И на клей посадила их. Ну, а теперь я вам расскажу, как я делаю волосы Деду Морозу. Вот, смотрите, они даже не выдергиваются. Их можно расчесывать мелкой расческой.
Такие волосы можно сделать и для Снегурочки, и для любой куклы. Вот такие они волнистые. Если подержать над паром, я вам расскажу, из чего они сделаны, то можно сделать вообще прямые, не кудрявые такие. Как я делаю? Я беру обычный бельевой шнур капроновый. Отрезаю небольшой кусочек. И распускаю его. Можно прямо вот так вот прядь одну оставить. Затем беру клей «Момент». Клеем для поделок я не стала пользоваться, потому что грубовато получается. Мне не понравилось. Вот, беру, значит, намазываю эту прядь. И даю немного ей высохнуть. То есть, пока клей не высохнет, немного. Вот. Ну, он схватывается быстро. Сейчас немножко подсохнет. Вот, почти высох. Но еще липкий. Затем беру шпильку или какой-нибудь предмет, чтобы с тупым концом было. И просто втыкаю в то место, куда мне нужно. Все. И клей там уже основательно засохнет. И получится прядь. Потому как нитка капроновая, с ней тяжело работать. Можно, конечно, узелок завязать и туда воткнуть. В общем, вы пробуйте по-разному, у кого как получится. И потом подстричь. Точно так же делается борода. Что еще хочу сказать? Из чего можно еще делать? Как распустить? Этот шнур хорошо распускается. Есть вот такой серый шнур. Тоже распускается. Только его нужно распускать, если шнур закручивают на производстве в одну сторону, вы раскручиваете в другую. Вот, найдите концы. Желательно, конечно, кусочек отрезать, чтобы легче было. И вот так тянете за кончики. И распускаете. Всегда можно найти. За какие распускать?
Ну, тут даже две нитки только тяну и распускаются. Вот, и получаются кудряшки. И даже из внутренней части не такие кудрявые, но можно сделать. Вот. Лучше всего распускаются из шнурков. Вот есть такие рыхлые шнурки любого цвета. Тоже вот можно распустить. Я думаю, старых шнурков-то много у людей. И все. И вот тоже пряди волос. Можно черные, вот такие вот дымчатого цвета, любые. Вот из этого шнура, вот я уже сколько сделала. Видите, какие длинные получились. Вот такие кудрявые волосы будут. Значит, можно таким путем. Еще как можно сделать? Вот вы здесь где-то сделали волосы. Можно вот так соединить поменьше и пришить к шапке мононитью. И, пожалуйста, вот такие волосы. Потом подстричь, как обычно. Экспериментируйте. Прикрепила усы. Усы делала тоже из шпагата, из бельевой веревки. Я отрезала кусочек. Посередине пришила мононитью и распушила. И, естественно, рот ему связала. Не связала, а вышила. Один стежок сделала. Вот такие изменения. Ну вот, вроде и все. Кто-то увидел в этой вязаной игрушке Деда Мороза, кто-то гнома. Получился Дед Мороз гномов. Ну, а вам всего доброго. Спасибо за внимание. Отлично встретить Новый год. Удачи всем и всего самого наилучшего в наступающем новом году.